я пришла, потому что он гражданин России. Он мой соотечественник. Он выполнял свой долг. Вот. И в военных действиях участвовал. Там совсем другие законы. Одобряю. Буданов, безусловно, герой, но, с другой стороны, человек как бы горяч, так скажем. Вот. Я думаю, что его можно было бы за это простить, за горячесть.